окончания, как бы это наше лицо, все стараемся делать вот в лучших традициях, как в первый день делали, так вот и сегодня делаем. На старых программах все, на своих любимых. Ну, как бы осваиваем новое, но по старой схеме все делаем. И как бы не подводило ни разу нас. К звучанию, конечно, все равно нужно, короче, идти. Но есть вот такие моменты, к примеру, у меня есть в плеере некоторые треки, не наши, ну, я не буду говорить имена, чьи, русские рэперы, пацаны, всем привет. Вот, короче, есть треки, которые лайв. Вот я не могу слушать записанный трек, качественный, выпущенный, отмастеренный, не могу слушать, а лайв прямо меня качает, хотя лайв некачественно звучит. Вот, то есть о звуке, как говорится. Конечно, хочется делать сегодня качественно. Сегодня уже такое наступило время, когда любой может человек дома воткнуть караоке микрофон и записать тречок свой. И вот мы таких на караоке микрофонов записывали, ну, пару альбомов мы успели записать еще в 2005-2006 году. И сейчас это все звучит некачественно, но в этом столько души, все по-настоящему. Но тем не менее, как бы стремимся к лучшему. Ну да, так конечно. Надо же расти, а то если не расти, это умирать, значит, глупо не расти. Всем привет. Это были дневники.